Дорогие друзья, ну вот, выкопали мы картофель. Картофель, можно сказать, урожай у нас не очень, но ничего. Ну а сейчас, чтобы сразу, пока еще у нас земля не просохла, мы быстренько сейчас посеем сидираты. И в частности, мы будем сеять белую горчицу. Белую горчицу, она нам поможет. Вот видите, трава-то уже зеленеет, поэтому она, во-первых, защитит от зелени сейчас, чтобы у нас уже не было ничего, никаких сорняков. Это во-первых. Во-вторых, она является сидиратом. Мы на следующий год здесь тоже будем высаживать картофель. Поэтому, чтобы как нам обмануть севооборот, мы поэтому сейчас посеем горчицу. Она выдерживает заморозки до минус 8. Поэтому сейчас еще до октября месяца она будет расти. А потом мы ее уже перепашем. Она так у нас в зиму уйдет. Сейчас грядки подготовим, чтобы у нас вот эти лунки не были. Выровняем поверхность. Вот видите, пока земля такая влажная, а еще обещают дожди, и как раз у нас она очень хорошо будет расти. Ну, я далеко не буду, сейчас мы просто что начнем высаживать. Разбрасываем где-то 5 грамм на квадратный метр разбрасывается горчицы, как сидеральную. И просто вот так вот раскидываем. Кто-то нарезает полоски плоскорезом там или борозды, а я просто разбрасываю, потому что у нас не грядка, а как бы поле. Насыпали пшено вот так вот сюда и вот так вот как раскидывали. Также и я сейчас сею сидираты. Ну вот, а сейчас просто ее немножко забронить таким вот образом, граблями также немножко, чтобы она как бы присыпалась, и все. Ну и будем ждать дождичка. У нас сейчас дожди все равно будут идти, и она взойдет. Ну, всего доброго, дальше будем заниматься.